Все, ну, это поддельная. Величка такая, хорошая. Нет, все исправлено. А ну сейчас попробую встать на сигнализацию. А, кстати, мои дорогие друзья, кто не подписался на мой канал, будьте так любезны, подпишитесь на наш канал под названием Нателла. Здесь вы увидите много интересного. Вообще, короче, ребята, жизнь женщины со взрослой дочерью, ну и с ее родственниками. Родственник улыбается. Да, родственник? Дядя, привет! Привет! Ой, дядя! Мне белизна! Дай денежку продать! Не могу, хреново! Уже пыла, ты была, уже что-то хочет на чекушечку! И бумага, у меня есть бумага! Карантин, без работы сидим! Дядя, ну ты пойми меня! Ну ты пойми душу мою, дядя! Пойми мою душу! Как я буду, как, дядя? Ну я же все, я с дому последние! От детей оторвала, дай денежку! Прошу тебя! Через 14 дней! Дядя! Дядя, у тебя собака, открой, дядя, у тебя собака. Она меня сейчас съест, дядя. Дядя, гречка есть, дядя, гречка. Сичка, гречка, рис. Шо, я все, шо. Там закупилися. У тебя коронавирус, закупилися, так все, шо хочешь есть. Дядя, шо тебе хочешь, я тебе все. Марлевые повязки есть? Повязка, марлева, повязка. Привет, мои дорогие друзья. Никогда не поверите, куда я еду. Вернее, куда мы едем. Закончились продукты. Такие, как рыба, зелень, картошка, да, картошка. Как бы ни смешно это ни звучало. Значит, мои дорогие, хочу сразу вам сказать огромное спасибо за беспокойство моего котика. К большому сожалению, его состояние и не ухудшается, и не улучшается, стабильно тяжелое, но кушает, слава богу, кушает в сознании. С большим нетерпением, естественно, мы ждем результатов анализов. Единственное, я тогда не сказала, что мы пункцию, да, эту мы сдали, а вот там на онкологию, на все остальное я еще не сдавала. Почему? Объясняю. Ну, потому что это было около почти 2000 уже стоило бы вместо 900, то ли 938, то ли 930 я оплатила, уже не помню точно. Вот. И как только мне дают добро, что действительно можно спасти, а я надеюсь, что да, это так и получится, естественно, будем сдавать все анализы. То, что расстроена моя мама, это ничего не сказать. Вы знаете, я хотела ей не говорить, а потом как-то вот, ну, надо как-то подготовить, чтобы для нее не было это сюрпризом. Естественно, мы не думаем о плохом, думаем только о хорошем. Он пока я дома, постоянно со мной, лежит возле меня, ходит возле меня. Ну, в основном, ребята, лежит на стульчике, на красном стуле. Почему-то полюбил он красное стуло. Ну, вот такие вот новости. Это кто мне пишет и пишет большое. Еще раз огромное спасибо. Девчонки вообще, я почему к девчонкам говорю? Потому что в основном женщины у нас. Котики. Значит, а сейчас я еду на базу продуктовую, на опт. И посмотрим, что там есть. Давно я там не была, закрыта, не закрыта. Вернее, была, но не снимала. Так все бегом. Если что будет хорошенько, естественно, вам покажу. Людочка селедочку ждет, скумбрию хочет. То ли холодного, то ли копченого. То ли холодного, то ли горячего копчения. Вот, если быть правильной. Ну, вот такие вот дела, ребята. Ой, всем привет, друзья! Скучно, думаю, запишу для вас маленькое видео. Какая тяжелая судьба администратора. Уходит последний, приходит первый в ресторан. Открывает, закрывает. О! Только начала видео записывать. Походу, все исправлено. А ну, сейчас попробую встать на сигнализацию. Походу становится. А ну сейчас я позвоню этому Александру.
Вообще не забудь, сейчас не зайду в ресторан. Александр, я вот сижу и, значит, вы поняли, с такими кошачьими глазами смотрю на этот же шиблочок. Пропало все. Сейчас попробую встать. Ну, если вы возле меня, ну, давайте, я подожду, попробую вместе. Хорошо, Александр, я жду. Ага, спасибо. Так вот, закончила работу в 9, а сейчас уже 21:54. Взяла себе сидр, чтобы, как говорится, скучно не было. Завтра выходной. Можно себе позволить. Мама бедная уже час ждет меня в машине, Женя, и мерзнет. Звоню ей, говорю, извините меня, пожалуйста. Она говорит, так, давай, я дремаю. А Женя уже смотрит сериал. Ну, короче, такое. А, в перчатках сижу, как дурочка. Это шо? Я их постоянно антисептиком обрабатываю, это хожу в перчатках. Сейчас в магазин еще заедем. Хочу купить там селедку или скумбрию. Овощи замороженные. Ну, ушла тема, ладно. Почему постоянно такие проблемы с охраной? Я не понимаю. Ну вот раз в месяц мне выпадает. О, пришел. Да-да. Да, ну, в главных ролях. Смотрите, это получается за Востокбанком. Да. За Востокбанком вы проходите во двор. Да, вовнутрь двора. Правой руки держитесь, я вас сейчас встречу. Угу. Угу, заходите. Ну, как-то так. Сейчас посмотрим, что он скажет. Сейчас моя реакция на эту твою. Так, я блогер. Я хочу, да. Молодец. Нина! Мама, конечно, я больше зарабатывала. Я так зарабатываю. Я хочу посмотреть на полку ж легендарную. Я что, ты пока ее показывала? Я еще не показывала. Нет, я не буду показывать. Я просто на свою реакцию хочу. Я люблю смотреть всегда на свою реакцию. У меня такое лицо всегда смешное. Если вы, друзья, заметили, то у меня всегда очень смешное лицо. У меня глаза так бегают. Я еще не смотрю. На-на-на-на-на. Красивые глаза. Да не кос... О! Вылычка такая хорошая. Не, мне нравится. Ничего себе, это шедевр. Так, коричневенькая лаком. Это моя задумка, она еще не готова. Я знаю. Она еще не готова, сказала не снимать. Не, а что снимать, она, не... она же должна чуть-чуть. Ее же можно чуть-чуть сюда. Она еще не, ну, будет стоять вот так вот. Она. Да, 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 да. Она будет так вот стоять, и она будет чуть-чуть привязана, потому что... Женя говорит, что она не ровная, она ровная, это стены не ровные. Ну, вот тут капельку чуть-чуть есть. Ладно. А, ты имеешь в виду там? Ну, то такое. Немножко неровно ее прикреплю просто. Да, хорошо, можно и свечку поставить. Нет, повело. Повело? Повело, ровность повело. Потому что паркетная доска, она ж не это... Ну, не... Как тебе сказать, я тебе скажу. Блин, забыла слова русские. Мама говорит, это уже третий раз. Ладно, мама вам покажет сама. В ее влоге. В влоге. Ну что, буду, друзья, короче, купаться, одеваться, раздеваться. Ты что, решила на свой канал указывать видео уже? На твой. А что у меня там, друзья, все твои все равно. Так я там буду монетизацию долго ждать, а так я у тебя сразу буду деньги тырить. Задумка у меня хорошая. Потом канал перепишешь на Людвиг Нател. Людвиг Нател? Да. Каких-то заработок ни хера нету. А что ты себя снимаешь? Ты блогер, блин. Тебя же не видно. Что ты телефон пол лица срезала? Чё? Ты нормально снимаешь. Я научусь. Ой, Гриша тут хорошо смотрится. Что, я Гришу вынуждена была убрать. А куда я должна его убирать? И Озочка, и Гриша. И Миша, и Зита, и Маргарита. Вот это мама, чтобы вы знали, так вот в обычной жизни ходит. Да, конечно. Максик, вот это залез на стол,
Я в шоке. Я уже ему все разрешаю. Я потом, конечно, стол, естественно, вытру, чтобы на меня никто ничего не говорил. Ну, ребята, я не могу, почему... Не, ну, мало, ну, подумаю, что вообще не вытираю, ни стол, ничего. Вот это ему нравится стол и красное стула. Вы представляете? Пописал на улице, сейчас водички попросил. Да, попросил водички и только на столе. Вот что это значит? Тут я прям не знаю, вот что это значит. А? Масянечка. Мася. Так дышит, да? Дышит тяжело, очень тяжело. Мой сладкий. За тебя столько людей переживает. Сладкий мой. Скумбрия. Да, скумбрия. А ну давай. Давай скумбрию. Давай. Или это селедка? Это Матиас. Матиас. А, Матиас. У меня же укусил. А же укусил. А ну давай. Ну, вот это вот и все. Я сейчас заберу. Вот это ему хочется, да, и на этом все. Помалу. Помалу, маленькими кусочками. Вот так. Это. Он животик какой раздутый, видите, прямо. Атик-галятик, глясявтик мой. Глясявтик мой. Давай. Он закричал. Хоть полыскаю. Да, вот так, давай. Будем жить, да, Мася? Ну давай. Давай, ты можешь. Давай, солнечко мое. Смотрите, вот хочет и не может. О, давай, вот так. Не, все. Еще меньше сделать. Еще меньше кусочки сделаем. Бабушка его ж кормит херней. Ну что херней? Она... Потому что не вареная курица, нельзя. Это может быть то, что косточки, котам нельзя кости. Но он любит же. УЗИ не делали, да, ему? Ну, как, да, никто ничего не назначал. Ну что, будешь медитировать сидеть? Может, кость застряла у него всего-навсего, а они там раздули. Что я купила на базе, доча, смотри. Угу. Сметанка, вот это вот 8 гривен, 15%. Это на этой базе. Ну, это ж да, до какого числа? Сегодня какое число? Первое, а она до 31-го сметанка. Ну, ничего, чуть-чуть просроченная. Перчик взяла. В Арусе взяла горошек на 40... Ой, горошек. Боже мой, кукурузу. Так, огурчики она взяла. Сама или фасованная? Она фасованная. Она фасованная. Не... Ты могла бы меньше взять. Конечно, могла бы меньше взять. Я тоже хотела меньше, а она фасованная. Собаки кости взяла. Потом вот это вот... Что это такое? Это хлопья. Даже... А, 13 гривен эта пачка стоит. На базе чернослив взяли. Что еще? А, хек на базе взяли. 10 штучек. 10 штук на 74 гривны. Без головы. Хороший. Да, неплохой. Ага, понюхай. Нет. Сливочное масло. Короче, денег все много тебя оставили. Взяла себе копчененькую скумбрию. Да. Копчененькая скумбрия. Вот это вот на 25 гривен. Тоже на базе. А ну, понюхай. Как скумбрия? Скумбрия как скумбрия. Все равно не получается. Одним глазом хочу показать полку. Я думала, может, корм. Женя делает. Корм? Фу, голова как болит страшно у меня. Ты что, бабушка, может, корм он сухой? Ну, что мы будем гадать? Если человек кушал, котик кушал постоянно то, что он хотел, а сейчас будем давать ему сухой корм. Каких делов? Пускай пропишет врач, какой корм, потом будем давать. Да, Максюша? Голова болит сильно. Я, короче, поехала там, а там уже только по два человека пускают. И только везде в масках. Машин море, маршрутки не ходят, а людей все равно вало. В строительный магазин не зайти. Ни в какой магазин не зайти вообще. Купила маски по 20 гривен. Дала маме, чтобы она посмотрела, чтобы она тоже пошила. Дай две такую. Ну, что, выпила спазмолвона. Голова просто раскалывается. Это кто купил мне такой кунжутный соус? Это я купила кунжутный соус тебе. Такой говно из говна. Мне понравился. Понравился? Фу, кислятина какая-то. Это в салаты. Салаты? Угу. Ну, я взяла огурчик, взяла селёды, ой, редисочку, сейчас укропчик. Сейчас сделаю салатик. А я убираюсь, так что я пошла. Убирайся. Доченька, ты что, спиртика хочешь?
серии, где купить спирт? Уточните, пожалуйста, что вы пытаетесь найти. Ну, не водку ж, конечно, Сири. Сири, где купить медицинский спирт? Нас вот что нет я нашла. Нигде. Да нету там нигде. Нашла. Нашла ты. 9,7 километров, 7,7. На чем ехать туда? Маршрутки не ездят. Что, поблизости нет, только 8 километров? Ах ты, Сири, ничего ты не знаешь. Спроси у Сири, что такое коронавирус? Информацию о новом коронавирусе можно найти на сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации. А ты что-нибудь знаешь, Сири, об этом? Сири, ты слышала о коронавирусе? Очень интересно. Хочешь узнать о коронавирусе? Информацию о новом коронавирусе можно найти на сайте Министерства здравоохранения Российской. Понятно все с тобой, Сири. Ни хера ты не можешь помочь нам. Нина, хватит храпеть, блин. Кстати, мало что залезла в постель еще. На ковне. К тебе. Вот так вот вообще. Бомжатня. Живем в будке. Мам, убери это видео. Не снимай, говно. Конечно, говно. Спасибо, дорогие друзья, вам за внимание. Спасибо вам за ваши комментарии. С удовольствием читаем, с удовольствием вообще дружим с вами. Не забывайте про нас. Эпизоды нашей жизни. Все вы понимаете, что карантин. Каждый с ума сходит по-своему. Мы поделились своей жизнью, вернее, кусочком своей жизни. Потому что рутина, быт задолбала все. Хочу на работу. Друзья, всего вам доброго. И температура 36,6. И подписывайтесь на наш канал.